Ребята, всем привет! Меня зовут Игорь, я репортер компании Skidi Bodycare. Сейчас только что приехал, снял деньги, свою зарплату. Вот карточка. Вот деньги. Сейчас посмотрим, сколько я получил за эту неделю денег. 2, 3, 4, 5. Вот столько денег, ребята. Ребята! Вот столько денег. В чем еще сомнения, не пойму. За неделю. Я раньше на работе за месяц столько зарабатывал. За месяц. А что делать-то надо? Мешки таскать не надо. Ямы копать не надо. На морозе мерзнуть не надо. Все классно. Скопировал картинку, поставил картинку. Информацию разнес. Красота. Компания платит деньги. За неделю. 5 зарплат в месяц. Ребята, о чем еще можно говорить? Какой нафиг лохотрон? Какая пирамида? Я не знаю, вы в какой там пирамиде находитесь. Знаете, где лохотрон? Где вы сейчас работаете? Если у вас там... Что сказать-то? Работаете, да, на начальника. Вот это лохотрон. Когда он вас может уволить без причины, наказать на деньги, премии лишить. И вы говорите, у нас лохотрон. Начальников у нас нету. Поработал, деньги получил за неделю на карту. Вот карта, вот деньги. Что еще надо? Ничего не пойму, какой может быть лохотрон? Думайте, что хотите. Ну, я получаю, очень доволен. Еще хотел сказать, вот, позавчера пришла посылка. Skinny Fiber. Капсулы для нормализации веса. Вот пакет. Все, чтобы было. Вот Эджелис. Красота. Можно всем, женщинам и мужчинам пользоваться. Будешь свеж и бодр. И такой же стройный, как я. Давайте, ребята, хватит уже думать. Давайте, приходите. Я вам все расскажу. По косточкам разберем этот бизнес. Что непонятно, все, задавайте вопросы, все, любые, все разберем, чтобы вам было все понятно. Ну все, всем пока, до нового видео.